Добрый день, страна. Добрый день, зарубежье. У нас холодно, сыпет снег. С утра было яркое солнце. Так красиво было на него смотреть. Лежа в теплой кроватке, сквозь занавески, были видны очертания двери балкона. И было видно яркое солнце, как огромный экран. А сейчас снег. Но я собираюсь к маме и тете. А потом в книжный магазин. Один очень хороший человек посоветовал мне стихи замечательного поэта. Я хочу приобрести книгу. Какую? Обязательно покажу, когда приду в книжный. Вот, мои хорошие, я еду к маме. Я утеплилась. Купила беретик. По вашему совету. Я думаю, что нормально. Главное, чтобы тепло было. Что-то я слишком утеплилась. Ну ничего. Зато подольше погуляю. Что-то как-то я слишком тепло оделась. Прям как для зимы. Видимо, намерзлась. В прошлый раз, когда была у Вероники, очень намерзлась. Сегодня мерзнуть не хочу. Ребята, а в Москве снег. Вот он, пожалуйста. Я пришла к маме с тетей, сидим, кушаем, вдруг что-то по подоконнику стучит. Вот, смотрите, пожалуйста. Вот это да. О, темно сразу стало, небо вот такое. Ну, небо-то такое, это вот специально как будто бы грозовые облака, да? Я побывала у мамы с тетей, удивительно, но в беретке я им понравилась. Просто удивительно. Даже не верится, вот ей-богу. Ну что ж, это радует. Это радует, что я им понравилась. Так. В общем, я там все свои дела сделала. Посидели, поболтали, поговорили. Вот, а теперь я иду в книжный магазин. Я хочу купить томик стихов. И обязательно покажу, какого автора. Скажите, ну что ты улыбаешься все время, как глупенькая, да? А я радуюсь. Я радуюсь тому, что наконец-то я созрела до стихов. Наконец-то я могу их почитать. И не потому, что мне там никто не давал этого сделать. Нет, а не было желания, не было стремления. Не было настроения. Жизнь крутилась, как колесо. А сейчас можно остановиться и делать то, что считаешь нужным. То, что тебе приятно, то, что тебе хочется делать. Вот такие скульптурные композиции, или как это назвать, скульптуры в нашем книжном. Так оформлены витрины. Очень красиво. Очень красиво. Посмотрите. Ты то, что ты читаешь. Дневник осознанного чтения. Красиво, правда? Так оформлены витрины. Очень красиво. Ну ладно, пойдемте книги искать. Ну что можно сказать? Зря мы с вами сюда пришли. Нет такого автора здесь. Так мне сказали. Очень жаль. Будем искать в интернете. Небольшой экскурс по книжному магазину. Да, да. Одна гудина, одна разная. Да. Вот их также в цвете, бумага по
старые открытки. Как интересно. Это календари. Разные-разные. Настольная книга дегустатора. Ал, хочешь такую? Такие разнообразные календари. Уважаемые покупатели, мы приглашаем всех в отдел подарки и интерьер. И сегодня скидка на ассортимент этого отдела 20%. Желаем вам приятных покупок. Продолжение следует...
Видите, большая, средняя, одно. А вот круглых нет, 174. Вот такой подарок домой придет. Либо к маме, либо к жене. Просто ужас. Стоит, трясется, как осиновый лист. Мама дорогая, Господи, Боже ты мой. А на улице, простите, январь. Снежинки падают, холодно. Осень, совсем осень. Эта улица называется улица Широкая. Раньше она и правда была широкой. Одной из самых широких улиц в северо-восточном административном округе. Уже наступил вечер, и я возвращаюсь домой. Ту книгу, которую хотела я приобрести, я так и не приобрела. Жалко, конечно, обидно. Много книг на полу книжного магазина. Но именно это и нет. Придется поискать в интернете. А вот и моя маршрутка. А вот она синенькая. Все, едем домой.